Эй, меня зовут Роман Миров. Вы смотрите Music Box News. А вы знаете идеальную формулу музыкального концерта? Сейчас расскажу. Берем талантливого артиста, добавляем не менее талантливых музыкантов и умножаем это на песни, которые задевают за живое. Именно этими принципами и воспользовался Джа Халиб и дал сольный концерт в Москве. Свет, звук и сильнейшая энергетика Джа Халиба заполнили полностью весь зал. Все кайфовали на протяжении всего концерта. Мы обязательно доберемся до всех душ, до всех сердец, которые сегодня будут. Мы поговорим о любви, о семье, о духовном, о важном. Концепт концерта – напомнить людям, что все-таки музыка должна жить. Джа Халиб знакомился с каждым зрителем во время концерта, узнавал их истории и просто наполнял людей своей музыкой. На сцене соорудили двухэтажную конструкцию, чтобы разместить весь оркестр. Музыкально оснащенная, классно, классные партитуры, струнный состав, духовой состав, бэк-вокал, барабаны, мультиинструменталист, гитара. То есть все это эстетически воспитывает человека быть более духовно крепким, более культурно крепким. А если ты более духовно крепкий и культурно крепкий, то ты в целом в этой жизни более счастливый человек. И счастливыми в этот вечер как минимум стали все зрители. На концерте прозвучали не только хиты и треки с новой пластинки «Мудрец», но и синглы с грядущего альбома артиста. Воу-воу, концерт получился действительно мощным. Получается, что теперь ждем релиза новой пластинки от Джа Халиба. Ну а вы смотрели Music Box News, с вами был Роман Миров, до новых встреч!